скалы добраться. Вы меня удивляете. Видели, в каких скандалах они появляются? Даже круче, чем тот, что мы снимаем в Греции, да? В нем что-то есть, и он... свободный. Привет. Серена Кампана, ваша соседка. Я принесла вам амброзии. Вы знаете господина Лароша? Он мерзавец. Худший из худших. Слышали о корове Тусона? Да, той, что умерла. Нельзя ее так оставлять на дороге. Опасно. Почему мы не поехали в Грецию? Шеф хочет вас видеть. Нет, но я здесь, Бертье. Он должен заплатить за корову. От этого зависит наша честь. Вам не нравится Корсика, госпожа Руссела? Да. Что это за шум? Не паникуйте, все будет хорошо. Чувствуете, как растет напряжение? Черт, это не скала, а? Даже не думай, Руссела. Как теперь быть с выкупом? Выкупом? Для затишья перед бурей. Что вы там делаете? Мне жарко. Да он идиот. Алло, Ларош? Что я велел тебе взять? Я все знаю. Сволочь, девушки есть везде. Тяжело вооружены? Сейчас держит целую семью корсиканцев? Слушай, мама, не сдавайся, тебя посадят в тюрьму. Отпустите маму, или я вас найду и заставлю рыдать, как девчонок. Что за акцент? Это корсиканский. Черт! Надо было в Грецию ехать. Он заминировал виллу вместе с мамой. Этот человек из Кристиан Русселла, известный гастроэнтеролог. Я не гастроэнтеролог, я гинеколог. И не особо известный, дорогуша. Черт!